За хрустальною горой, заповедная страна, сколько древних тайн сокрыла она. За хрустальною горой. Стерегут ее снега, да в обход ведут пути. В ту страну никто не смеет войти. Стерегут ее снега. За хрустальною горой, заповедная страна, сколько древних тайн сокрыла она. За хрустальною горой, сколько древних тайн сокрыла. За хрустальною горой. Этот фильм посвящается двум великим нашим соотечественникам Николаю Константиновичу и Елене Ивановне Рерихам, великому художнику и не менее великому мыслителю. Их высокие имена были тесно связаны с процессом космической эволюции. Они принесли с собой на Землю трудную и сложную миссию – изменить сознание человечества и сделать его совершеннее, интеллектуальнее и духовнее. В центре Москвы, недалеко от Кремля, рядом с Музеем изобразительных искусств, стоит старинный особняк. История его богата и интересна, но не будем на ней останавливаться. Сейчас в нем расположен уникальный музей имени Николая Константиновича Рериха. Это, пожалуй, единственный рериховский музей, ставший известным не только в России, но и во многих странах Востока и Запада нашей планеты. У входа размещена бронзовая доска, на которой написаны имена основателей музея. Их четверо. Святослав Николаевич Рерих, Людмила Васильевна Шапошникова, Юлий Михайлович Воронцов, Борис Ильич Булочник. Список основателей музея имеет свою редкую особенность. Если бы кто-нибудь из них не участвовал в его создании, то музея бы не было. Святослав Николаевич Рерих передал для музея бесценное и редкое наследие своих родителей – Николая и Елены Рерихов. Это наследие составляет основу музейной экспозиции. Людмила Васильевна Шапошникова преодолела немало трудностей и организовала этот музей в тяжелый переходный период нашей страны. Юлий Михайлович Воронцов, один из крупнейших и талантливых российских дипломатов, помог вывести наследие из Индии в Россию. Борис Ильич Булочник, банкир и один из первых меценатов России,
взял на себя финансирование музея по всем его нуждам. Войдем в музей и поднимемся по исторической лестнице, созданной по проекту великого русского архитектора Матвея Казакова. Водный зал. Петербургский зал. Русский зал. Зал живой этики. Зал учителей. Зал Центрально-Азиатской экспедиции. Зал Кулу. Зал Знамени мира. Зал Юрия Николаевича Рериха, старшего сына семьи, востоковеда с мировым именем. Зал картин младшего сына Рерихов, Святослава Николаевича. Музейная экспозиция дает целостное представление о жизни и наследии Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов. В ней в едином синтезе представлено многогранное творчество этой великой семьи – художественное, научное, философское, духовное и, наконец, широкое общественное творчество. Художественная деятельность молодого Рериха началась после окончания Петербургской академии художеств. В 1897 году Николай Рерих, выпускник академии, создает свою первую картину. Она называлась «Гонец». Затем появились другие картины на исторические темы. Они касались далекого прошлого. В них была какая-то особенность. Она отличала историческую живопись Рериха от полотен других художников, писавших на исторические темы. Картины Николая Константиновича были настолько живыми, как будто рисовались с натуры. Слово «как будто» не подходило к этим картинам. Иначе говоря, Рерих действительно видел то, что потом переносил на полотно. Картины его были так же реальны, как и его видения, которые художник видел во всех подробностях.
Николай Константинович Рерих был определен Леонидом Андреевым одной очень, я бы сказала, главной фразой. Он писал, что Рерих, он берет невидимое и превращает его в видимое. Смысл этой фразы состоит в том, что художник Рерих, как говорится, связывается с мирами иного состояния материи и делает их видимым в материальном плотном мире планеты Земля. Он черпал информацию из видений, из снов, из озарений и своей тончайшей интуиции, которая определяла многое в его творчестве. Эта особенность оказала влияние не только на уникальный характер художественного творчества Рериха, но и на всю его дальнейшую жизнь. С 1904 по 1911 год Николай Константинович создал три таинственные картины, смысл которых современникам был неясен, и многие не восприняли эти полотна. Первая называлась «Сокровище ангелов». И никто не догадывался, что необычный стиль картины, ее странные образы, возникшие где-то на стыке легенды и религии, были формой передачи знания о чем-то важном и нужном. И это был камень. У камня, явно похожего на метеорит, окажутся загадочные связи, и легенда о нем зазвучит странными сказаниями, таинственный Грааль средневековой Европы, Артуровы рыцари круглого стола, вагнеровский Парсифаль. Вслед за сокровищем ангелов появились владыки нездешние. Перед тем, как написать это полотно, Николай Константинович сделал к нему эскиз. Мы видим на нем двоих. На них те же свободные темные одежды, но прорисованы они более четко, более определенно. Кажется, что они приготовились выйти, но что-то задержало их на короткое время у двери. Потом Рерих напишет: «Эти образы смутно являются во сне. Вехи этих путей наяву трудно открыть». И, наконец, книга «Голубиная». Она была написана с обратной перспективой, которую мы обычно видим на ранних иконах, где изображен иной мир. Сама голубиная книга, подобно маске, прикрывает таинственную глубину смысла этой удивительной картины. Все три картины были написаны в символическом стиле и, к сожалению, не были поняты современниками. Не знали, что это такое, предписывали, что это церковная роспись, что Рерих сам уже исписался и перестает быть художником и так далее. Но на самом деле эти три картины определили уровень и содержание земной эволюции. Незадолго до Первой мировой войны Рерих создал целую серию пророческих картин, предсказывающих события, которые потрясут мир. Но эти картины были так же не поняты современниками, как и три предыдущие. В багровых отсветах и дыме пожаров во все небо неумолимо и неотвратимо встал ангел последний. Языки пламени поглощают стены городов, их башни и соборы. Взгляд ангела суров и осуждающий. Вестник. Корабль со спущенными парусами приближается к неприступной крепостной стене. Его печальные мачты напоминают кладбищенские кресты. Во всем его облике затаилось что-то тревожное.
И только один человек в городе ощущает эту тревогу. Он поднялся на зубчатую стену и пристально вглядывается в странный корабль. Дела человеческие. Аспидно-черное небо. Пустое и оглушающее. Дым поднимается от развалин, беспорядочной грудой уходящих к зловещему, утратившему свою реальность, горизонту. Горизонт искривлен. Он виден только с большой высоты. На холме стоит группа. 9 человек. Они одеты в странные платья. В них проступает что-то библейское, несовременное. Совсем непонятной была картина короны. Стоят 3 короля, и 3 короны уплывают в облака. Смысл картины станет ясным несколько лет спустя, когда вихрь революции и мировой войны сметет 3 царствующие династии – Габсбургов, Гогенцоллернов и Романовых. Летом 1914 года началась Первая мировая война, унесшая миллионы жизней и изменившая многое на планете. В это время вся семья Рерихов, Николай Константинович, Елена Ивановна и 2 их сына, Юрий и Святослав, находилась в Финляндии, тогда еще части России. В 1918 году Финляндия объявила независимость, и Рерихи уже не вернулись на родину. Теперь их звала Индия, о которой они долго мечтали. Именно там находился великий учитель. И оттуда в беспокойное и ненадежное время пришел для Рерихов зов. «Делаю земной поклон учителям Индии», — напишет Рерих. «Они внесли в хаос нашей жизни истинное творчество и радость духа, и тишину рождающую. Во время крайней нужды они подали нам зов. Спокойный, убедительный, мудрый знанием. Культ истинного знания ляжет в основу ближайшей жизни, когда растает в пространстве все зло, рожденное человека убийством и грабежом последних лет». Покидая Россию, Рерихи уже не надеялись увидеть родных берегов. Однако судьба распорядилась иначе. Ситуация сложилась так, что на пути в Индию стояли 3 страны – Англия, Америка и Франция. В Англии состоялась первая реальная встреча Елены Ивановны с учителем. Несколько позже, все в той же Англии, учитель начал передавать Елене Ивановне философию космической реальности, названной живой этикой. Живая этика была импульсом космической эволюции в формировании нового мышления,
и нового космического сознания на планете Земля. Она содержала глубокие знания о взаимосвязи человека и космоса и закономерностях их эволюционного развития. Во Франции произошло событие важнейшего значения. В одном из парижских банков была получена посылка с легендарным камнем, осколком метеорита из созвездия Орион. Тайна сокровища ангелов была раскрыта. На пути в Индию произошли чудесные превращения символов с трех картин Николая Рериха в реальность. Владыки нездешние обернулись встречи с учителем. Сокровище ангелов превратилось в удивительный метеорит, обладавший уникальной энергетикой. Мифическая книга «Голубиная» обрела явные черты философии живой этики. Эти три картины оказались основой жизни Рерихов. В 1923 году Рерихи прибыли в Индию. Реальная жизнь и творчество Рерихов как вестников космической эволюции. Этому предшествовала важная встреча Николая Константиновича и Елены Ивановны с учителем. Это произошло в Дарджилинге, одном из горных городков Бенгалии. Вот как описывает Рерих это событие. «Мы четверо после полудня ехали на моторе по горной дороге. Вдруг наш шофер затормозил ход. Мы увидели на узком месте портшес, несомый четырьмя людьми в серых одеждах. В носилках сидел лама с черными длинными волосами и необычной для лам черной бородкой. На голове была корона, и красное с желтым одеяние было необыкновенно чисто. Портшес поравнялся с нами, и лама, улыбаясь, несколько раз кивнул нам головой. Мы проехали и долго вспоминали прекрасного ламу. Затем мы пытались встретить его. Но каково же было наше изумление, когда местные ламы сообщили нам, что во всем краю такого ламы не существует. Описание события имело две стороны. Одна сторона материальная, обычная, а другая внутренняя, в самой сути той, которая должна была произойти. Человек, сидевший в портшезе, был одним из учителей, который направлялся на встречу с Рерихами в небольшом придорожном храме. Храм был очень странным. Он был расположен чуть за Дарджилингом, напротив монастыря Гум. У храма были купола мусульманских мечетей, были барельефы представителей различных религий. В частности, христианство. Рядом с храмом находился чистый источник. Он тоже имел культовое значение. Я вошла внутрь, увидела две фигуры. Одна фигура бога Кришны, который представлял собой индуистскую скульптуру. В
Вторая скульптура принадлежала Будде, который был основателем философии буддизма. Элементы самых разных религий, они в какой-то мере достаточно гармонично здесь были сделаны на этом храме и не вызывали никакого протеста. Оказалось, что это очень интересная история вообще духовности земной, которая принимала время от времени различные формы и имели в своей сути много общего. О чем говорили? Вот сейчас я касаюсь внутренней стороны того описания, которое было рассказано Рерихами. Они говорили в первую очередь о Центральноазиатской экспедиции. Там же, в небольшом придорожном храме, была поставлена не только цель экспедиции, но и был выработан ее маршрут. Центральноазиатская экспедиция стала главным эволюционным действием Рерихов. Она продолжалась 5 лет, с 1923 по 1928 год. Маршрут экспедиции проходил через Сикким, затем захватывал индийский Кашмир, Ладакх, китайский Синьцзян и выходил на территорию СССР в Москву. Далее шел через Алтай, Монголию, Тибет и завершался опять в Сиккиме. Это были земли древнейших культур. Внешне центральноазиатская экспедиция выглядела обычно, как и любая другая. Ее участники собирали различные коллекции, открывали новые перевалы, решали интересующие их темы о древних переселениях народов и значении культуры кочевников в истории Запада и Востока. Можно было бы рассказать о трудностях экспедиционного пути, о зимнем стоянии на плоскогорье Чантанг в Тибете, об английской разведке, шедшей по следам экспедиции, о ЧК в Москве и ее подозрениях и других подобных затруднениях. Однако Рериховская экспедиция имела особенности, которые значительно отличали ее от других.
Ни одна экспедиция из известных нам не была обеспечена таким количеством первоклассных художественных произведений, как центральноазиатская. Но это было не просто стремление Николая Рериха запечатлеть виденное. За этим стояло что-то другое, не сразу понятное. В сюжетах картин художника была какая-то еще неразгаданная тайна. На Сикимском маршруте Рерихом была создана уникальная серия картин «Его страна». На каждой картине этой серии царила священная Канченджанга. Два странника на склоне горы перебирают жемчуг, нанизанный на четки. Жемчуг исканий. Всадник на белой лошади покидал хижину, стоявшую в горах. «Помни», — казалось, говорил он, провожавший его женщине. Человек, чье лицо было неразличимо, стоял в глубокой задумчивости на пороге пещеры. Вход в нее был освещен загадочным искрящимся светом. Источник его был неясен. Ниже, чем глубины. В ночной темноте на вершине скалы сине-красным пламенем полыхал сказочный жар-цвет. Из пещеры, вырубленной в нагромождениях скал, выходила вереница людей, одетых в белые свободные одежды. Один из них нес старинную шкатулку, сверкавшую таинственным светом. Сожжение тьмы. Такая же шкатулка стояла на седле белого бродящего без всадника коня – Чинтамани. Под звездным ночным небом шел усталый караван, и голубым пламенем сверкала над ним планета Венера – звезда Матери Мира. Пригнувшись к гриве коня, скакал через скалы всадник. Всходило солнце, и всадник спешил. Спешил с чем-то очень важным и неотложным. Он нес откуда-то весть и должен был передать ее в срок. Спешащий. Лама, преодолев земное тяготение, летел сквозь облака над вершинами, выступавшими из тумана, как острова в море. Выше, чем вершины. Человек углубился в чтение таинственной книги. Книга мудрости. Его страна была реальной и нереальной. Кто-то невидимый и мудрый руководил поступками людей этой страны. Кто-то ставил перед ними таинственные цели, которые они выполняли. Соприкосновение Николая Константиновича с махатмами, великими душами, так в Индии назывались учителя, делало иной не только энергетику самого художника, но и произведение его искусства. Поэтому Рерих, не обращая внимания на трудности походной жизни, писал картины, для которых нужна была спокойная жизнь. Сам экспедиционный маршрут, там, где бывали великие учителя, обладал высокой энергетикой. И эту энергетику Рерих аккумулировал в своих картинах. Вслед за его страной Николай Константинович создал серию «Знамена Востока», в которых изобразил великих личностей, двигавших космическую эволюцию нашей планеты в разное время и разные эпохи ее истории. Среди них были Будда-победитель, знаки Христа, Мухаммед на горе Хира, Моисей-водитель, Падма-самбхава, Сергий-строитель, Конфуций справедливый, Дозор Гималаев и другие.
Всю эту серию возглавляла символическая картина «Матерь мира». Никакого материала на маршруте экспедиции у Николая Константиновича для этой серии не было и быть не могло. Единственным источником были его видения. Последней серией картин, созданной Рерихом в экспедиции, была серия «Майтрея», в которой отразились идеи о новой эволюционной эпохе в жизни человечества. Серия начинается с картины «Великий всадник» или «Шамбала идет». Под мифологическим названием «Шамбала» скрывалось реальное место пребывания на нашей планете группы великих учителей или космических иерархов. Картина по стилю напоминает буддийскую храмовую танку. Сам же всадник похож на традиционного воина света. Майтрея-победитель, грядущий Будда, изображен облачным всадником на красном закатном небе. Именно картины, сделанные Николаем Константиновичем в Центральноазиатской экспедиции, своим художественным исполнением и уникальной энергетикой привлекали художников, ученых, крупных политических деятелей, мыслителей. Не ошибемся, если скажем, что в 20 веке подобного восприятия произведений искусства самыми разными людьми не было. Джавахарлал Неру, первый премьер-министр независимой Индии и один из великих людей этой страны, так оценивал творчество Николая Рериха. Когда вы смотрите на эти полотна, из которых многие отображают Гималаи, кажется, что вы улавливаете дух этих великих гор, которые веками возвышались над равнинами Индии и были нашими стражами. Картины, что напоминают нам многое из нашей истории, нашего мышления, нашего культурного и духовного наследства, многое не только о прошлом Индии, но о чем-то постоянном и вечном. И мы чувствуем, что мы в долгу по отношению к Николаю Рериху, который выявил этот дух в своих великолепных полотнах. Известный деятель культуры Барнетт Конлан сумел определить всю глубину живописи художника. Если Фидий был творцом божественной формы и Джотто – живописцем души, то можно сказать, что Рерих раскрывает дух космоса. Рерих, писал корреспондент журнала New Age Press, был великой душой. Его сознание было космическим, и духовность была главным источником его силы. Нельзя не согласиться со словами одного из крупнейших художников Индии Бирисвара Сена. Для большинства из нас Рерих является легендарной фигурой романтического эпоса. На фоне мрачного блеска пылающего запада его могучая фигура вырисовывается высоко, подобно неподвижному и благожелательному Будде среди огромного космического катаклизма. Далеко над оглушительным грохотом неистовствующих народов звучит его голос, ясный завет вечного, голос истины, красоты и культуры. Именно такому человеку была поручена важнейшая эволюционная задача на маршруте Центральноазиатской экспедиции. Эта задача была теснейшим образом связана с великим космическим законом. В эволюции высшее ведет за собой низшее. Дело в том, что все процессы энергетические, которые проводит высшая космическая материя на Земле, должна быть выше нашей энергетики. Если это не будет выше, движение не произойдет. Но высшее должно дать нам механизм, чтобы это низшее сдвинулось в эволюции дальше. Вот здесь Центральноазиатская экспедиция и была пространством этого механизма. Этот энергетический механизм назывался закладка магнитов.
Это не те магниты, с которыми мы встречаемся в повседневной жизни. Магнит, о котором идет речь, представляет собой энергетическую пространственную структуру. Для ее формирования нужен источник высокой энергетики. В Центральноазиатской экспедиции было три таких источника. Первый – это метеорит с особой энергетикой, которую мы называем высоковибрационной или огненной. Вторым источником была Елена Ивановна Рерих, чья обычная энергетика была изменена на огненную. Третьим источником являлись картины Николая Константиновича, созданные во время экспедиции. Он писал их, несмотря на трудности экспедиционного маршрута, пространство которого было наполнено высокой энергетикой. И эта энергетика пронизывала полотна художника. Такой магнит, согласно философии космической реальности, преображает идею пространства в действие. Действие это движет эволюцию и повышает эволюционный уровень планеты. С помощью этого действия меняется и сознание человечества. Какое действие? Сдвигаем эволюцию, двигаем ее дальше. А идей пространства в космосе достаточно, потому что все знание держится на идеях пространства. Это все, что может двинуть эволюцию. И вот когда эти магниты заложили по маршруту Центральноазиатской экспедиции, тогда этот маршрут превратился в эволюционную реку, которая идет и несет в космос то, что нужно Земле. Закладка магнитов превратила Центральноазиатскую экспедицию в важный момент творчества космической эволюции. В Рериховской экспедиции была еще одна особенность, которой не было ни в одной другой экспедиции 20 века. Казалось, что рядом с экспедицией проходила какая-то тайная тропа. На ней возникали странные, неизвестные люди. Они сообщали загадочные вести, совершали неожиданные поступки. Среди них были ламы, сказители и просто встречные путники. На каждом этапе пути, в каждой стране или области происходило нечто, что потом требовало и расшифровки, и осмысления. Записи в дневниках Рериха содержат немало подобных фактов. И если свести их воедино, то получится уникальная картина внутренней истории экспедиции, так не похожей на историю внешнюю. Через годы стало ясным, что тайная тропа была дорогой помощи учителя тем, кто идет по сложному и трудному пути космической эволюции. И сразу же после экспедиции встала проблема организации новой науки и новой системы познания. Философия космической реальности – посвятила не одну страницу решению этой проблемы. Живая этика содержала в себе не только новую систему познания, которая соответствовала формирующемуся космическому мышлению, но и указывала новый путь развития самой науки. Новая система познания имела главным направлением синтез науки и метанауки. Знание экспериментальное – и полученное в духовном пространстве космической эволюции. В таком подходе заново открывался источник древнего знания. Объединялись умозрительные нахождения Востока и эмпирические открытия Запада. Достижения искусства, религиозный опыт, философская мысль, экспериментальные исследования – все слилось в единую синтетическую картину человеческого познания мироздания. Современная наука, отмечала Елена Ивановна Рерих, быстрыми шагами идет навстречу всем великим истинам, изложенным в восточной философии и религиях. И скоро, очень скоро,
они встретятся и протянут друг другу руки. Из Дарджилинга рерихи переехали в Кулу, горную долину в западных Гималаях. Там они основали Гималайский институт научных исследований, который назвали Урусвати – свет утренней звезды. Кулу по многим причинам оказалась весьма подходящей для работы такого института и подошла рерихам для дальнейшего проживания в Индии. Эта удивительная высокогорная долина привлекала семью рерихов богатством древних памятников, своей интересной древней историей, и, конечно, выбор места под этот уникальный институт был связан с указанием самого учителя. С самого начала в институте Урусвати применялась методология новой науки. Были открыты отделы, носившие синтетический характер и объединявшие различные научные отрасли. При археологическом отделе существовали секции общей истории, истории культуры народов Азии, истории древнего искусства, лингвистики и филологии. Отдел естественных наук занимался ботаникой и зоологией, метеорологическими и астрономическими наблюдениями, исследованием космических лучей в высокогорных условиях. В медицинском отделе, наряду с изучением древнетибетской медицины и фармакопеи, была организована биохимическая лаборатория, в которой разрабатывали средства против рака. Вся семья Рерихов участвовала в организации и работе института. Крупнейшие ученые различных стран сотрудничали с Урусвати и участвовали в его программах. Наиболее тесное взаимодействие установилось у Рерихов с учеными и деятелями культуры Индии, такими как Чандрасекхар Венката Раман, Джагадиш Чандра Бош, Рабиндранат Тагор, Абаниндранат Тагор, Сунити Кумар Чаттерджи, Сарвапали Радха Кришнан. Среди западных ученых, сотрудников и советников института Урусвати можно назвать Милликана, Эйнштейна, Майкельсона, Бройля, известного путешественника и исследователя Свена Гедина, профессора института Пастера в Париже Митальникова, востоковеда Чарльза Ланмана и многих других. Советский академик Николай Вавилов вплоть до своего ареста вел переписку со Святославом Рерихом по проблемам ботаники. Духовные знания, накопленные в Гималаях, получали экспериментальное подтверждение в работах института. Именно в Урусвати начинали научно познавать тонкие энергии, магнитные токи, космические лучи, иные состояния материи. Идея, что причина многих земных явлений лежит в космосе и мирах более высокого состояния материи, пронизывала научные концепции этого уникального исследовательского центра. Институт стал первым учреждением, где закладывались основы новой науки будущего. «Станция должна развиться в город знания», отмечала Елена Ивановна Рерих. «Мы желаем в этом городе дать синтез научных достижений. Потому все отрасли науки должны быть впоследствии представлены в нем. И так как знание имеет своим источником весь космос, то участники научной станции должны принадлежать всему миру, то есть всем национальностям. И как космос неделим в функциях, так и ученые всего мира должны быть неделимы в своих достижениях, иначе говоря, объединены в теснейшем сотрудничестве». Вскоре наступили времена, когда нельзя было думать не только о городе знания, но и о дальнейшем развитии самого института.
Мировой экономический кризис 1929-33 годов прервал финансирование Урусвати. Вторая мировая война окончательно сделала его деятельность невозможной. Институт был законсервирован, каковым он остается и до сих пор. Следующим эволюционным действием, которое началось по плану учителя, стал международный договор, получивший название «Пакт Рериха». Его цель состояла в защите культурных и исторических ценностей во время войны и мирного времени. Работу над пактом Рерихи начали с 1931 года, когда дыхание Второй мировой войны уже ощущалось на планете. Мировую культуру, как духовную основу космической эволюции человечества, необходимо было защитить от разрушений. Пакт был поддержан президентом США Франклином Рузвельтом и государствами Латинской Америки. Страны Европы и Советский Союз подписать договор отказались. Именно эти страны понесут огромные культурные потери в наступающей войне. Президент Рузвельт так определял значение пакта Рериха. В строгом соблюдении народами мира этого пакта мы видим возможность широкого осуществления одного из жизненных принципов – сохранения современной цивилизации. Этот договор заключает в себе духовное значение, гораздо более глубокое, нежели выражено в самом тексте. Знаком пакта стало знамя мира. Три малых круга в большом круге вечности. Три малых круга символизировали прошлое, настоящее и будущее. Смысл, заключенный в знамени мира, был связан с символом космической эволюции. Пакт Рериха – это очень благородный пакт, между прочим. Это инициировано человеком высокой культуры, который, конечно, очень болел за все, что связано с культурой, и очень хотел, чтобы культура в этом мире сохранялась. Для меня лично, как международника, пакт Рериха просто примечателен тем, что он был выдвинут одним человеком. Идея была выдвинута одним человеком. Ни государством, ни правительством, ни группой правительств. Индивидуально один человек пробивал эту идею долго и упорно. Почти в то же время Николай Рерих начинает писать свою пророческую серию. В 1931 году он пишет «Цветы Тимура», «Сторожевая башня с пламенем, вещающим об опасности, всадник в полном вооружении седлает коня». Картина «Армагеддон» была написана Рерихом в 1936-м, и изображенные на ней прямо свидетельствуют о грядущих событиях. Горящий старинный город и уходящие из него люди. Все то, что потом произойдет в Европе, будет выглядеть так же. Разбомбленные горящие города и вереницы беженцев, уходящих в никуда. И неожиданно в серии появляется русский былинный богатырь Святогор. Какой подвиг предстоит ему совершить, было еще не ясно. Со Святогором в пророческую серию вошла Россия. В 1940 году вновь Армагеддон. Пламя и дым застилали жилища. В небе отражались сполохи багряного огня. Второй Армагеддон являлся прямым указанием на войну, в которую неизбежно будет втянута Россия. Вестник от Гималаев указывает на место, откуда шли предупреждения. За этой картиной следует «Богатыри проснулись». В огромной тайной пещере просыпаются русские богатыри в боевых доспехах. Именно они примут первый удар. Затем Рерих пишет полотно «Весть Тирану»,
положив в основу легенду о тиране, который не поверил вести о грозящей смертельной опасности и поэтому погибает. Картину «Слепой» художник написал в начале 41-го года. По улице старинного города мечется человек, который не понимает, что происходит и куда ему бежать. И в этом своем метании он все ближе и ближе оказывается у горящих домов, из которых вырывается пламя и несутся горящие искры. И, наконец, уникальная картина «Гессерхан», подавляющая своей трагической красотой. Во все небо красные полыхающие краски. И неизвестно, отражение ли это многочисленных пожаров или кровавый закат. На этом страшном фоне маленькая стремительная фигурка всадника, натянувшего лук, из которого вот-вот вылетит стрела, чтобы сообщить людям о неизбежности надвигающейся страшной беды. Вся серия была предупреждением о грозящей России войне. Но на родине этим предупреждением не поверили. Так же, как не поверили донесениям советской разведки, сведениям дипломатов, информации из самого военного ведомства Германии. 22 июня 41 года германские войска перешли границу СССР. Началась долгая и изнурительная война. Второй год был самым трагическим и в какой-то мере казался безнадежным. И в этот роковой год, когда вражеская армия захватила огромную территорию СССР, Николай Константинович пишет полотно, которое назвал одним всевмещающим словом «Победа». На фоне горного пейзажа русский богатырь мечом уничтожает дракона зла и войны. Эти точные пророческие картины свидетельствуют не только о способностях Рериха-художника, но и еще о многом, что окружало его и связывало с процессом космической эволюции. В мае 1945 года окончилась война. Россия праздновала победу.
Завершилась война, но не закончилась борьба между старым и новым, между светом и тьмой. Эта бесконечная борьба проходит через всю историю человечества с древнейших времен и кончая нашими днями. Она имеет космический характер. Старое всегда выступало против нового. Невежество против высокой образованности. Умственная недоразвитость против интеллекта и мудрости. Самость против ответственности за будущее планеты. Тьма против света. История человечества имеет немало примеров гибели тех, кто проповедовал новое, борясь со старым и уже отжившим, с тем, что мешало эволюционному движению. Сторонников нового мышления и сознания во все века жгли на кострах, рубили им головы, вешали на позорных столбах или предательски убивали из-за угла. В 20 веке противостояние света и тьмы достигло кульминационного напряжения, которое сопровождало формирование нового сознания. То, что рерихи в это время делали, было многим жителям Земли неясно. Против новых идей выступали не только отдельные личности, но и целые организации, в том числе церковь. Ложь, клевета и невежественные выступления малых грамотеев затрудняли миссию рерихов, столь необходимую для земного человечества. Центр-музей имени Николая Рериха в Москве также не избежал такого позорного процесса. Он опубликовал 6 толстых томов о том, как обходится наше государство не только с рериховскими обществами, но и с самим общественным музеем Рериха. Против него в 90-е годы прошлого века развернулась настоящая война со стороны правительства, министров культуры и высоких церковных чинов. Несколько крупных государственных музеев приняли в этом участие. Так, Музей Востока присвоил часть коллекции рериховских картин, завещанных Святославом Рерихом, основанному им общественному центру-музею в Москве. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина незаконно забрал в свою собственность часть исторической площади усадьбы Лопухиных, где расположен Рериховский музей. Незавидная судьба постигла часть наследия Рерихов, привезенного в Россию их старшим сыном Юрием Николаевичем. После его смерти оно попало в руки вора, который разгромил и распродал это бесценное наследие. О таком разбое были предупреждены прокуратура и правоохранительные органы, которые не приняли никаких мер против происходящего. Так сегодня выглядит квартира выдающегося российского востоковеда. Общественный музей имени Николая Рериха пока остается в России единственным, кто защищает уникальное наследие Рерихов и бережно его сохраняет. В нем за эти годы сложился научный и искусствоведческий коллектив, который, несмотря на немалые трудности, продолжает бесценное дело наших соотечественников, тесно связанное с космической эволюцией, космическим сознанием и новой системой познания. В наше время борьбы света с тьмой это продолжение крайне трудно. Но именно они, несмотря ни на что, поняли необратимость наступления на планете Земля новой эпохи и нового сознания, которое называется космическим. По всему миру проходит выставка «Пакта Рериха».
Она крайне актуальна сейчас, когда на планете вспыхивают военные конфликты и разрушается бесценное культурное наследие человечества. Тысячи людей смогли увидеть эту выставку в США, Австрии, Болгарии, Германии, Италии, Мексике, Индии, Монголии, Бельгии, Франции и многих других странах. Космическая эволюция идет по земному шару, опираясь на работу и творчество продолжателей идей Рерихов и их учителей. Планета просит новых подходов, новых идей, нового космического сознания и новой науки. Угрюмый лес стоит вокруг стеной, стоит, задумался и ждет. Лишь вихрь в груди его взревет порой. Вперед, друзья, вперед, вперед, вперед. Лишь вихрь в груди его взревет порой. Вперед, друзья, вперед, вперед, вперед. В глубоких рудниках металла звон, из камня золото течет. Там узник молотом о камень бьет. Вперед, друзья, вперед, вперед, вперед. Там узник молотом о камень бьет. Вперед, друзья, вперед, вперед, вперед. Иссякнет кровь его в груди злотой, железо ржавый стон замрет. Но в недра глубоко земля поет. Вперед, друзья, вперед, вперед, вперед. Кто жизнь в бою неровно не щадит,